друзья, всем большой привет! С вами Виктория. Сегодня готовим вот такой красивый салат с крабовыми палочками. Салатик готовится очень быстро, без майонеза. Получается вкусный и очень полезный. Сначала приготовим соус для салата. Для этого нам понадобится лимон. Смешиваем 6 столовых ложек растительного масла. Примерно с 2 столовыми ложками сока лимона. Это примерно пол лимона. И добавляем сюда 1 столовую ложку соевого соуса. И все перемешаем. Можно попробовать, если чего-то недостаточно, добавить еще. Затем на абсолютно сухую сковородку выкладываю 2 чайные ложки сезама. Такие, с горочкой. Можно даже положить побольше, если вы любите сезам. Сезам слегка обжариваем на сковороде, чтобы он раскрыл все свои ароматы. Если у вас нет сезама, то этот этап можно просто пропустить и вместо сезама, например, присыпать салат кедровыми орешками. Сезам хорошо подзолотился. Примерно 1 чайную ложечку выкладываю прямо сразу в соус и перемешиваю. Затем нам понадобится небольшой кочанчик любого листового салата. У меня сегодня вот такой салат. Салат можно нарвать руками, либо мелко нарезать. Собирать салат я буду вот в такой большой тарелке. Сначала выкладываю листья салата. На тонкие полосочки нарезаю красную рыбу. И выкладываю сверху на листья салата. Крабовые палочки нарезаем кольцами. И выкладываем их сверху на салат. Нарезаем несколько штучек помидорчиков черри. Вместо помидорчиков черри можно использовать обычные помидоры, предварительно удалив из них лишнюю жидкость. И выкладываем сверху помидорчики черри. Сверху присыпаем салатик кунжутом и поливаем подготовленным соусом. Салат с крабовыми палочками получается очень вкусный, полезный, красивый. Обязательно приготовьте и попробуйте. Всем желаю приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите мне ваши комментарии. Всего вам самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.